Тяжелое испытание ожидает в декабре женщину-бойца Кей Уан из Молдовы Надежду Канцер. Ее соперницей на турнире FIA World Series, который состоится в Кишиневе, станет Суада Салимова, представляющая Азербайджан. Спортсменки выступят в весовой категории до 48 килограммов. Моя соперница – опытный боец. Мне необходимы подобные поединки для дальнейшего роста. Постараюсь провести бой как можно лучше. Посмотрим. Проводим работу над ошибками. Надежда делает все возможное, чтобы их избежать. Уверен, на ринге мы увидим новую Надежду. Вам видя у Надежды новая. А вот у нас фарти интересант. Этот год был очень интересным. Надеемся, что Надежда покажет очень красивый бой и победит, чтобы закончить 2018 год на высокой ноте. Надежда Канцер – чемпионка весовой категории до 51 килограмма. 7 из 8 ее поединков на профессиональном ринге завершились победой. На счету Салимовой 14 побед и 6 поражений. Состязание состоится 8 декабря в столичном легкоатлетическом манеже.